Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В некоторых регионах России тестируют систему, которая следит за самочувствием водителя общественного транспорта. Цель – предупредить шоферов о чрезмерной усталости. Оборудование, скорее всего, в ближайшие годы обязательным не станет, но, говорят власти, его могут рекомендовать к использованию в автобусах, которые перевозят детей на большие расстояния. Трасса 101. Для владельцев электрокаров в России через пару лет создадут мобильное приложение. Воспользовавшись им, можно будет в частности узнать, где находится ближайшая зарядная станция или череда станций, если человеку надо преодолеть большое расстояние. Пока же с этим у нас проблемы, да и электрокаров на всю страну насчитывается порядка 6 тысяч штук. Для сравнения, численность автопарка страны превышает 50 миллионов. Трасса 101. «АвтоВАЗ» начал выпуск самой дорогой версии «Лада X-Ray Cross». Стоимость машины пока не озвучивается. Ценник максимальной комплектации «Престиж» на данный момент – почти 1 миллион рублей. Автомобиль будет отличать черная глянцевая крыша. Внутри мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном. Онлайн-сервисы будут работать благодаря встроенному 4G-модему. Технические характеристики, скорее всего, останутся прежними. Трасса 101. Компания «Гудиер» создала экспериментальные шины, которым не страшны проколы, порезы и другие повреждения. Покрышки пронизаны микротрубками, через которые к внезапно образовавшемуся отверстию подается специальный затвердевающий состав. Резервуар с ним находится в ступице колеса. Сколько будут стоить такие шины, американцы сказать затрудняются. По их словам, на доведение разработки до ума потребуется еще не менее 10 лет. Трасса 101. Вы не по своей вине попали в аварию и в рамках ОСАГО направляетесь на ремонт в конкретную автомастерскую. Однако там выясняется, что денег на качественное восстановление машины может не хватить. Дальнейшее развитие событий пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров. В данном случае ремонтная организация будет пытаться вписаться в эти деньги, но, как правило, устанавливают либо детали бэушные, либо детали неоригинальные. В случае, если они захотят или предложат вам установить оригинальные детали, тогда, как правило, они предлагают вам доплатить определенную сумму за эти оригинальные детали. Если вы не согласны с доплатой, то в данном случае можете разницу взыскать уже непосредственно с самого виновника. Как это все сделать, за разъяснениями можете обратиться в нашу организацию Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Орловская, 52, телефон 64-50-04, сайт Кросс.ру. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.